אנחנו לפני שבוע כבר התחלנו לדבר על פסח. И неделю назад мы уже начали говорить о Песахе. ודיברתי שחג פסח בעצם לפי ספר יובלים לא התחיל משמות. И в сущности по книге юбилеев праздник Песах не начинается в книге Исход. ועוד בבראשית אלוהים דיבר עם אברהם. Потому что еще в книге Бытие Бог говорит с Авраамом. ושם באיזשהו שלב הוא נותן לו שם אברהם. И на определенном этапе он дает ему новое имя Авраам. במקום אברהם. Вместо Авраам. ואומר, הילדים שלך יהיו עבדים במצרים. И он говорит, и он тогда говорит ему пророческое слово, что твои дети будут в плену египетском. И вот дальше мы читаем историю из Бытия, которую традиционно приурочивают к празднику, времени праздника Роша Шана или праздник Труб. Праздник трубления шофара. Но по сефер Ювлим כתוב שזה היה דווקא בזמן של הפסח שאברהם קיבל אורה משמיים להקריב את יצחק. Но не каноническая книга юбилеев, она говорит, что именно на Песах Авраам получил просьбу от Всевышнего, чтобы тот принес своего сына в жертву. Ицхака. ואברהם שומע בקול של אלוהים. И вот Авраам слышит призыв Всевышнего. ואנחנו קוראים איך הוא לוקח את יצחק. И мы читаем о том, что он берет с собой Ицхака. והם הולכים להר מוריה. И они поднимаются на гору Мория. ושם לא רק אברהם מעורב. И там в этом все действие замешан не только Авраам. אלא אנחנו רואים שיצחק שומע בקול של אביו. Но мы видим также, что и Ицхак, он слышит голос отца. И он понимает, куда идет все дело, и он соглашается с тем, чтобы быть жертвой. Это очень ясный символ, который говорит о будущем. ואחרי כמה מאות שנה אנחנו רואים סיפור חוזר על עצמו. И несколько столетий после этого мы видим повторяющийся рассказ. זה הופך להיות מועד רשמי שרשום בכתבי קודש. И это действительно праздник, который написан в священных писаниях. ואנחנו קוראים לחג הזה פסח. И мы этот праздник называем מועד. Называем Песах. И אנחנו רואים איך משה לוקח עם ישראל והם יוצאים ממצרים. И мы видим, как Моше вызволяет народ Израиля из Египта. ובעצם בתוך השבוע שחגיגה הזו מעורבים שלושה חגים. И внутри этого праздника мы различаем на самом деле три праздника. וספר ויקרא פרק 23 מסביר את זה בדי В 23 главе Левита мы видим, что насколько подробно все это расписано. И там написано так. Во-первых, мы празднуем выход из Египта, когда рукой сильной Бог освободил народ наш из рабства. Дальше мы празднуем второй праздник, это праздник опресноков. אנחנו כולנו התחלנו לאכול מצה. И мы все начали потреблять ее большое количество. Мацу, мацу. וכמובן אנחנו נכנסים לחג שנקרא ספירת עומר. И мы входим в праздник, который называется Сфират Омер. Первых плодов. Счет первых плодов. וזה ממש מאוד נבואי. И это пророчески. ואחר כך זה מתבצע בעוד 2000 שנה. במותו של ישוע המשיח. И 2000 лет спустя это выражается в смерти Иешуа Мессии, который умирает за грехи каждого из нас. בדיוק באותו צורה שהיה הוקרב קורבן שם במצרים. В точности таким же образом, каким образом были принесены в жертву
агнцы в Египте в ту, в ту ночь пасхальную. Выхаявшил еще за я кмо мацот наки блишум хамец. И сам еще подобен маце, который не содержит, не содержит ничего квасного. Вет кумат минамити мамаш мисамелет это о И вот этот вот праздник начатков, он как раз символизирует воскресение из мертвых. Барур мифареш это кета азу. В первой главе, 18 стихе послания к Колоссянам Рав Шауль описывает это. Колоссим эхат пирек шмунайсре. Колоссянам, первая глава, 18 стих. Чам катув шеу решит минамаве. И он говорит то, что он начаток, он первенец, как бы первые плоды воскресение из мертвых. И мы следуем за ним. Если мы принадлежим ему. И вот мы видим, как пророчество, оно продолжается, и как оно захватывает нас с вами. И вот сейчас я хочу поговорить о путях. Драхим, איך לחפש את המשיח? Как мы можем искать Мессию? О, איך אנחנו יכולים להתקרב לאלוהים? Или как мы можем приближаться к Богу? ובקצרה כבר אמרתי מילים האלה ביום רביעי כשהיה לנו אחלה זמן בתפילה ביחד עם כל הקהילה. И когда у нас была молитва в среду, я коротко об этом говорил. אבל יש כזה ביטוי. Но есть такое выражение. ישוע אמר בהר על בדרשלהר, которая сказал Иешуа на горной проповеди. Омар, ашрей ханавим кем юшвим кем юршим эта арец. Благословенные смиренные, они, потому что они наследуют землю. Ванав, ואולי מילה מקבילה היום זה איש פשוט לא מתגאה. И смиренный, наверное, правильно будет сегодня сказать такое слово, что человек прямой, простой, не, который не задирает носа. И у нас есть небесная заповедь, чтобы мы продолжали быть вот такими прямыми, простыми людьми. Не говорится о простоте, которая доходит до глупости. Но о том, что мы должны не мудрствовать лукаво, то, что мы должны избирать простые пути. И ты хорошо перевел. Есть два примера, которые я очень люблю. Дугма решена за сипур шел Ноах. И первый пример – это история Ноаха. ואולי שמעתם לא פעם אחת שאני לימדתי על העניין של הדורות הקודמות. Понятно, что вы не раз уже слышали, когда я проповедовал о предшествующих поколениях. וסביר להניח, וכך אני רואה, וכך אני מאמין, הם העתיקים היו הרבה יותר חכמים מאיתנו. И можно предположить, ну, во всяком случае, я это так вижу из Писания, что эти предшествующие поколения, древние, они были гораздо более мудры, чем мы. ולמה שהשגנו היום אנחנו עם כל הטכנולוגיות שלנו, הם כבר, בשבילם זה היה כמו משחק ילדים. И все, что мы величайшими научными открытиями сегодня достигли, для них это было так, детский лепет. ואנחנו זוכרים איך יום אחד אלוהים אמר לנוח. И мы помним, что однажды Бог сказал Ною, Ноху. תבנה את התיבה הזו. Построй ковчег. ואני אושיע אותך. Я спасу тебя. וכולם ימותו לעומת את כל ההתפתחות טכנולוגית שלהם. А всех остальных погублю вне зависимости от их высокой технологии. ואני לא רוצה לדבר על זה עכשיו הרבה. Я не хочу сейчас много об этом говорить. אבל כתוב באיגרת ראשונה לקורינתים. Но в первом послании к Коринфянам написано так. בפרק ראשון. Первая глава.
כתוב שאלוהים אומר אני יצחק על חוכמת חכמים. Написано, что я посмеюсь над мудростью мудрецов. ופשטות של המסר על צלב זה בעצם שיכול להושיע אותנו. И простота послания с креста – это то послание, которое может спасти нас. И Павел, Шауль очень ясно говорит, что есть различные дороги, какими люди пытаются искать и приблизиться к Богу. Но нам дано простое решение, простой путь. И самый эффективный из всех, которые только могут быть. И вот сейчас я хочу поговорить об этих самых путях. В истории народа Израиля было несколько путей, которыми отцы наши пытались как-то искать Бога. И если это перевести на периоды истории, то я хочу выделить три. И первый период – это время первого храма. И когда мы читаем истории в Танах, על זמן של בית המקדש הראשון. И когда мы читаем истории из Танаха времен первого храма. אז כל הזמן שם מופיע נביאים, נביאים, בתי ספר של נביאים. То мы, если обратим внимание, мы можем видеть много упоминаний пророков, пророчествующих, школ пророческих, сонмов пророков. Масорет של ישראל אומרת לנו. И традиция, израильская традиция говорит. שהיו עשרות אלפים נביאים, אולי מאות אלפים נביאים, אנשים שיודעים לנבא. Говорит о том, что в это время были десятки, может быть, даже сотни тысяч пророчествующих. Мы не можем этого проверить. Но по Писанию мы видим, что в это время было много пророчеств. Мы видим, как Елисей ходил по Израилю, и вокруг него сон пророков и учеников, и Илия потом также со своими учениками. И через это как бы ощущалось более ясное присутствие Всевышнего внутри народа Израиля в то время. И Дух Святой по произволу своему касался человека, и человек начинал пророчествовать, что будет так и так. И вы помните всю историю с Шаулем, что потом после этого стали говорить, даже Шауль во пророках. Он не был большим праведником, но и на него сходит дух, и он начинает пророчествовать. И горячей воды дайте, пожалуйста. Но результатом этого всего периода, когда разрушен был храм, первый храм. Это говорит о том, что несмотря на такое обильное пророческое присутствие в Израиле, народ Израиля продолжал грешить. Потому что еще во времена Ноя Бог заметил настроение наших сердец. И кто-то помнит, как он сказал об этом, о состоянии сердца человека? Кто-то помнит?
что испорчено от юности. Ра ме елдутейну, ме нуарейну. И что сердце человека, оно зло от юности своей. И вот мы видим второй период. Когда отцы наши вернулись из Вавилонского пленения и восстановили храм, и вот мы как будто исчезли все пророчества, мы их не видим. Мы видим, что от пророка Малахии до времен Иешуа почти нет пророчества. Но вот вместо пророчества приходит период заповедей. החכמים, האנשים שהיו משרתים בבית המקדש כהונה, הם פשוט סידרו את כל המצוות שנכתבו בכתבי קודש והכריחו עם ישראל לשמור על המצוות. И вот мудрецы народа Израиля, священники, левиты, которым поручено было учить народ Торе, они привели в порядок, сделали таблицы себе, и какие заповеди должны быть, что надо исполнять, и они стали обязывать весь народ исполнять эти заповеди. Им двор Адонай, им мила невуит лё авда, бо не ламед ам Исраэй эх лишмор бекабданут это мицвот. То есть вот мы видим, что слово пророческое не сработало. Давайте попробуем новую методу. И мы теперь будем научим весь народ Израиля, как следует очень пунктуально соблюдать все, в точности все заповеди. И когда мы видим... смотрим на нашу жизнь с позиции Нового Завета. И если мы смотрим состояние народа нашего в Новом Завете, то мы видим группу, которая продолжает грешить. Но мы видим также и в Писаниях и другие вещи. И мы видим, как между разными группами цадиков есть споры, как быть более свят, как лучше исполнять, так нужно исполнять заповедь или сяк. То есть, как и есть такая пословица, что быть святее Папы Римского. То есть стремились приближаться к Богу через то, чтобы еще точнее, еще точнее, еще больше заповедей делать. Но результат был примерно тот же, что и в первом случае. И второй храм был разрушен. Именно, как признают наши мудрецы, из-за состояния сердец Израиля. Мы видим также, что была большая вина в том, что принесли в жертву и распяли Иешуа Мессию. Но наши мудрецы говорят то, что из-за беспричинной ненависти, то, что не было любви одного к другому, и что пришли к выводу в результате, что вот эти исполнения заповедей, оказывается, не учат людей любить один другого. И вот второй храм разрушается. И приходит третий период. И третий период делится на два направления. И одно направление связано с следованием за Иешуа. Следование за Иешуа, Мессией, Сыном Божьим. И через минуту я об этом направлении буду говорить. Но вторая ветка.
прушим о дерех аортодоксия ягодут а модерни. Второй путь, который избрал большая часть народа Израиля, это путь фарисеев, путь дерех шел рабаним, бо нагид дерех рабаним. Раввинистический иудаизм, то, что мы называем сейчас раввинистический иудаизм. Ветов лану кшанахну хаим ба история модерни тлавим, кстати, это дворим аэлю. И нам важно сейчас, когда мы живем в наше время, понимать вот эти все развилки. Ве они роцеля сбир кцат. И я хочу пояснить. Аз кодем коль ха кивуна зе даха эт Иешуа. Во-первых, второй путь, который избрал большая часть народа Израиля, она отвергает Иешуа. Даваршиним лорак Иешуа даху, эм даху гам колет нот ахерим шаю бетохам Израиль. Но не только Иешуа они отвергли вообще все движения, которые были во время того, как Иешуа был на земле, было множество направлений. И вот из-за того, что второй храм был разрушен, и прекратилось принесение жертв, и произошли некоторые проблемы. И основная проблема, и вы знаете, как ее имя? Баеврит, а ты медимех корим ле баязот. И вы знаете, как на иврите зовут эту проблему? Тума. Тума. Тума это нечистота. Ве адавара шини зе хатаим. И вторая проблема это грехи. Вейна ягадута модерни шел рабаним. И вот раввинистический иудаизм сегодняшний. Анахну руцим ли иткарев ле элохим. Говорит так, мы хотим приблизиться к Богу, но у нас есть проблема, потому что есть нечистота и есть грех, и с этим нужно что-то делать. И от нечистоты мы так ее вынесли за скобки и решили отложить это до времени пришествия Мессии. Он вернется, он все устроит. Но относительно грехов, за которые нужно приносить жертвы, вот мы жертвы эти самые заменим на молитвы. Мы сделаем больше молитв. И это заменит жертву за грех. И понятное дело, мы будем пунктуально соблюдать все заповеди. Несмотря на то, что в предыдущий период, как мы видели, это не сильно помогло. Потому что храм так или иначе был тем не менее разрушен. А он разрушен был именно потому, что Бог был недоволен. И что же случилось с заповедями? Соблюдали не только те заповеди, которые хранились из устно, но записали их в таблицу. И эту таблицу назвали Аллаха или Галаха. И даже современные некоторые теологи раввинистические, они говорят, что это была ошибка. Ошибка, когда взяли из устное предание и сделали его письменным. Потому что когда ты уже записал это, то это становится чем-то неизменяемым, это становится священным писанием, ты уже не можешь изменить, и ты должен как-то выходить из этого. И вот нет жертвы. И вот вместо жертвы приносится молитва, побольше молитв. И заповедь, которая в свое время не сильно помогла. Может быть, это проблематичная дорога.
Частично да, частично нет. Потому что во всех попытках приблизиться к Богу есть и есть положительные вещи, есть отрицательные. Что там было положительного? Коля мицвот аэле шамру ам Исраэль меит пазрут. Соблюдение, точное, пунктуальное соблюдение этих заповедей так или иначе было некой рамкой, которая хранила Израиль от ассимиляции. И этот путь, он продолжал развиваться. И тот, кто мог во всем этом множестве заповедей разбираться и быть действительно знающим человеком, Рав, большой Рав, возросла значимость такого раввина, который стал фактически таким наместником. Но на определенном этапе и это изменилось. И изменилось это примерно 300-400 лет назад. Потому что в картину современного иудаизма ворвалось движение, то, что называется хасидизм. И вся идея хасидизма или хасидут на иврите в определенном смысле это такое, можно сказать, новозаветное введение. Потому что есть кто-то, кого называют суперцадик. И он почти царь, и его, всякое его слово определяющее. И мы называемся мессианские евреи. Но, может быть, лучшее название нам было бы, а может быть, оно когда-нибудь будет так, хасиды Иешуа. Килу анахну хаим бехаздо ше Иешуа ицлиях лави лану лифней Элохим. Что это означает хасиды Иешуа? Это то есть те, которые пребывают под зонтиком благословения и милости своего раввина, нашего Иешуа. И это мы, его ученики. Мы его двор. Потому что мы те, которые верим, что он ха-цадик, тот самый главный праведник. И его жертва, она покрывает нас от всякого греха, от всякой нечистоты. Сейчас я не говорю о нас. Я сейчас хочу еще немножко продолжить вот с этим направлением хасидизма. И вот в еврейском мире начали развиваться различные хасидские направления. И без всякого сомнения, те, которые стали во главе этих хасидских движений, были действительно гении духовные. Не хочу сравнивать их с Иешуа Мессией, гением Иешуа Мессией. Но в понимании Писания они гении.
И по соблюдению заповедей. И также по чудесам и знамениям, которые они творили. И в мистическом плане, в котором они очень сильно задействованы. И вот они очень восприняли все вот эти мистические вещи, то, что связано с каббалой и другие вещи. Сейчас вообще не берусь обсуждать, хорошо это или плохо. Но они те, которые ведут наш народ в определенном направлении. И сегодня это достаточно большое влияние на народ Израиля. И я думаю, что именно это определяет современный иудаизм наших дней. Потому что особенно большой власти каждый отдельный рядовой раввин не имеет. Но цадик, праведник, который держит двор, предводитель в хасидского определенного направления, каждое его слово все делают под козырек и делают так, как он сказал, как будто это просто с неба спустилось. И мы только что, у нас были выборы, и мы знаем, как голосуют религиозные партии. Они всему своему движению, может быть, их там 100 тысяч человек, они говорят, мы кидаем вот эту... Бюллетень в урну, и вы можете быть абсолютно уверены, что все 100 тысяч человек кинут именно эту бюллетень и выберут кого надо. И нам сложно догадаться, куда может привести эта дорога. עם כל החיפושים שלהם מסתובבים מאוד מאוד קרוב ליד ישוע. Но надо сказать, что эти цадики со всеми их поисками приближения ко Всевышнему, они подходят очень близко к новозаветным вещам и к самому Иешуа. ואתם זוכרים ששאול פעם אמר ש И вы помните, Шауль, Павел сказал как-то, что все еще пребывает на глазах их покрывало. Но за покрывалом, то есть если убрать покрывало, упс, там Иешуа. И мы должны понимать, что все-таки есть разница между покрывалом и бетонной стеной. Что если у тебя покрывало на глазах, и тот, кто стоит за покрывалом, ты, несмотря на то, что ты почти не видишь, ты можешь чувствовать так или иначе, что и там кто-то рядом есть. כל החסידים האלה ותנועות האלה של ברסלבים ולובביצ'ים ווילנאים וסתמרים ואנשים אחרים יום אחד רוח הקודש יגע בהם והם כן יפתחו את הווילון הזה ויראו החסיד הוא סופר צדיק האמיתי. Я наполнен надеждой, что однажды это покрывало, которое лежит все еще на всех этих итмарских, бреславских, любавических и прочих хасидов. Однажды они уберут это покрывало, и они увидят своего Иешуа и Мессию. Мы не знаем, как Дух Святой действует, но Он очень близок к ним. Я повторяю, я весь полон надежды. Мы можем представить себе? И мы можем представить себе, что произойдет, когда 100 тысяч последователей такого-то цадика
увидит перед своими глазами и поклонится Иешуа как Мессии, это будет какой-то взрыв и изменение. Мы не можем на это повлиять. Можем молиться, правда. Но наши слова они не примут. И сейчас мы закончили с этим путем. Я хочу поговорить о том пути, которым мы идем. Подытожим, прежде чем приступим к нашему пути. О чем мы говорили? Мы говорили о многочисленных пророчествах, путь пророчеств. Не очень сильно помог. Мы говорили о пути многочисленных заповедей. Не очень помог. אנחנו דיברנו על דרך מצוות עוד יותר חזקות פלוס קבלה ומיסטיקה, גם לא כל כך עבד. Говорили о еще большем усилении заповедей и входом в мистические дела, каббала и прочие вещи, тоже не сильно помогло. ועכשיו אנחנו חוזרים צעד אחורה. И вот мы даем часть немножко назад. ואנחנו חוזרים לרב שאול. И возвращаемся к апостолу Павлу. Шемар. И он говорит следующее. Паштут шел ацлав. Простота креста. Зе баэцем гадерех. Это в сущности путь. Беэмет литкарев лэлухим. Действительно приблизиться к Богу. Вэливаша. И быть спасенным. Ливрох мемацав тума вэхэт. И избежать состояния нечистоты и греха. Вегам ливрох мелев паруа. И также избавиться от разорванного сердца. Какого сердца? Злого сердца. Злого сердца. Анахну ламадну шелев шел бен адам ура легамре. Мы уже вспоминали об этом, что сердце человека от юности его зло. Но в Новом Завете Иешуа об этом говорит ясно. И он говорит так. Если человек не родится заново, что это значит родиться заново? Это не только эмоции. Эмоции тоже. Это не только решение. Но решение тоже. Но это прикосновение Духа Святого к твоему сердцу, которое разрешает Всевышний не просто так. А именно потому, что за тебя кто-то, некто заплатил. И вот он прикасается к твоему сердцу. И он делает настолько глубокую внутреннюю операцию твоего сердца, что если ты идешь этим путем праведности, то твое сердце начинает меняться. והמילה הזאת רא מה נוערך מתחלפת למשהו אחר. И вот это выражение сердце зло от юности его заменяется. מתחלפת למילה אחרת מוצדק על ידי ישוע. Меняется оправдан через жертву Иешуа. נרפא על ידי רוח הקודש. Исцелена духом святым. Получил помощь. Или как написано в 31 главе, 31 стихе Иеремии. Тора уже теперь записана на сердце, на скрижалях сердца человека. И невозможно что-то божественное записать на том, что нечисто, что до сих пор испорчено. И вот Новый Завет говорит следующее. Йоханан, 14. Иоанн, 14 глава. Томас шоэлет Иешуа. Фома спрашивает Иешуа. Умер.
Адони. Он говорит, Господь. Адони. Не говорит, господин мой. Адони. Господин мой. Тарели дерех. Тарела ну дерех. Покажи нам путь. איך אנחנו יכולים לדעת לאיפה אנחנו הולכים? Как мы можем знать, куда нам идти? וישוע עונה לו. И вот Иешуа отвечает ему. אני דרך אמת וחיים. Он говорит, я путь, истина и жизнь. Иешуа לא ביטל עבורנו צורך לשמור על מצוות. Иешуа не отменил для нас необходимость соблюдения заповедей. כתוב. Им циткатехем лёта авор цедех шел прушим лёти консуле малхута шамай. Его слова: если ваша праведность не превзойдет праведность фарисеев, то не войдете в царство небесное. Авалёце лёмитцвот мадздики мотану. Но не заповеди нас оправдывают. Мицвот анахну усим бигляльша уавимет мишенатан это мицвот. Заповеди мы исполняем, понимаем их или нет. По причине того, что мы любим того, кто дал нам эти заповеди. И Иешуа не закрыл перед нами мистические эти пути и эту дверь, каким образом искать Бога. В Ефесянах трижды Павел повторяет Рав Шауль, это выражение «я открываю вам тайны». Но тайна не заменяет для нас приближение к Богу. Есть единственный путь. Как Бог сам доставляет нам эту возможность, каким образом мы можем приближаться к Нему. Иешуа говорит, мной, я есть путь истины и жизнь. Я есть путь. Путь истины и жизни. Это я. И в Иоанна 10 главе написано, 7 стих. Они делят לכבשים. Написано так: я дверь овцам. כלומר, אם אנחנו רוצים להיכנס פנימה ולהתקרב באמת לאלוהים. То есть, если мы действительно хотим войти внутрь и действительно приблизиться к Богу, זה לא דרך של מדיטציה. Это не путь медитации. וזה לא דרך של מצוות. Это не путь заповедей. אותם אנחנו כן יכולים לעשות אם אנחנו מרגישים. Их также мы можем делать, если мы чувствуем это в своем сердце, если мы действительно считаем, избираем для себя правильным это делать. Да, ошибка. Нет, не ошибка. Значит, мы здесь говорим не о мицвот. Если вы чувствуете в себе потребность помедитировать, поразмышлять, вот так руки не надо, то это можно делать, если это вам помогает. У нас есть, насчет заповедей, то, что я ошибся, насчет заповедей, у нас есть повеление от Мессии продолжать исполнять заповеди. Но не в них путь приближения к Богу. Потому что только Он, Иешуа, Мессия, есть дверь. И вот я избрал сегодня говорить об этом. И объяснить направление и пути. Можно стать большим мудрецом, но нет нужды. Бог говорит, если ты хочешь, действительно хочешь приблизиться ко мне, я даю тебе ключ, имя, которое есть ключ.
ключевой человек и ключевое имя. Иешуа. И это имя Иешуа, который умер за нас и воскрес и из мертвых за нас. И я почти чувствую, как с криком Павел Шауль, он провозглашает, потому что Мессия, он наша Пасха. Он наш путь, как приближаться к Отцу. Если ты чувствуешь, что закрыта перед тобой дверь, просто удались от людей, зайди в свою тайную комнату и кричи к Богу. И скажи: во имя Иешуа Мессии, Отец, открой мне дверь. И дай мне почувствовать тебя и твою силу. И ты получишь это. Потому что это обещание Писаний. И это обетование Нового Завета. Есть множество мест, которые говорят об имени Иешуа, который превыше всякого имени, и о том, что Иешуа есть краеугольный камень всего здания. Есть много мест таких. В притчах, в 16 главе, 2 стих, есть такое место. Там כתוב, что дарки бней адам накиим баэйнав. Что путь каждого человека чист в его глазах. Авал Элохим шофет эт аколь. Но только Бог судит все. Ма зот омерет? Что это? О чем это? Коль эхад меитану. Это что каждый из нас охев лагид, ани йодея ма ани осе. Каждый из нас, ему нравится думать о том, что он знает, что надо делать. Но моя ответственность, как лидера, напомнить общине Шавей Цион, есть разные пути, но есть один единственный простой и прямой путь. Эффективный и сильный. И это то, что дано нам. Потому что Пасха наша, наш Песах, это Иешуа Мессии. И Шауль Павел продолжает и говорит: мы продолжаем или продолжим праздновать наш Песах не с закваской, но чистыми מקודשים לאדוני. И посвященными Господу. אני רוצה להתפלל עכשיו. Хочу молиться. אבינו שבשמיים. Отец наш, который в небесах. אני מודה לך. Я благодарю тебя. עבור ישוע גואלנו. За Иешуа нашего избавителя. עבור אהבה שלך. За твою любовь. אני מודה לך עבור עם ישראל. Я благодарю тебя за народ Израиля. שגיבור. Который герой. Минасели насот. Он пытается и пытается. Но только ты взвешиваешь все пути и все дела народа Израиля. И ты послал Иешуа, избавителя из Сиона. И как написано в 11. И как написано в 11 главе послания к римлянам, «Коль Исраэль иваша, ким Сион ба гоэль». Израиль спасется, потому что вышел из Сиона Избавитель. Эх зе увед, эн ли мусаг. Как это будет работать, я не знаю. Авал ани митпалел, ше коах шел Иешуа. Но я молюсь о том, чтобы сила Иешуа иваша коль ам Исраэль спасла весь народ Израиля. Ве коль ашон тахриз
И всякий язык провозгласит, что Он жертва, и Он Мессия. Во славу Бога Отца. И помоги нам первым плодам спасения внутри народа Израиля. Не бояться, но провозглашать благую весть Иешуа во имя спасения Израиля. И скажут аминь. Хаг самех. Праздником.